Сегодня мы выучим, как же завязать широкий Виндзор. Узел широкий Виндзор – смелый узел, который отлично подходит для большинства людей, которым нужно найти баланс с широким воротником. Главные характеристики широкого Виндзора – это номер один – это относительно большой узел, и это шикарно для больших мужчин. Номер два – симметричная форма, следовательно, более формален по природе. Номер три – лучше всего смотрится с широким или срезанным воротничком. Начинаем с того, что накидываем галстук на шею. В таком положении, чтобы широкий конец был длиннее, чем узкий. Потому что в этом узле используется больше ткани галстука. Вам придется начать с коротким в положении выше, чем в большинстве других узлов. Итак, первый перекрест. Широкий конец над узким. Заведите за него и вытащите из петли. Далее, заведите широкий конец за узкий. Затем пропустите его вновь в петлю. В этот раз сверху вниз. Проведите широкий конец спереди и пропустите его через петлю еще раз. Итак, потяните конец узла через петлю, сформировавшуюся спереди. Затяните узел, потянув широкий конец, придерживая узел, пока не будете довольны внешним видом. Поднимите узел к шее, держа за узкий конец и перемещая узел другой рукой. Чтобы ваш галстук выглядел аккуратно, узкий конец проведите через петельку сзади на галстуке. Ваш галстук должен находиться между верхней и средней линией вашего ремня. Если он слишком высоко, начните заново и оставьте узкий конец повыше. Если галстук слишком низко, начните заново и опустите узкий конец чуть ниже. А также обрати внимание на инфографику по узлу «Широкий Виндзор», где детально, шаг за шагом описаны ступени. Если вы хотите больше информации о мужском стиле, скачивайте наше бесплатное Real Man Real Style приложение, где я научу вас, как завязывать галстук 17 оставшимися способами, вместе с 1000 советов по мужскому стилю. Подписывайтесь на канал, напишите в комментариях, что вы думаете.